Вот это поход на пролом. Ну и Гамес теперь может на Хоакина вешать. Самоотверженно играют защитники Бетиса. Работают друг за друга и из-за удаленного вратаря тоже. Офсайда нет. Надо забивать второй гол, да. Раскатали. Просто как детей. Но самоотверженность это, в общем, мука такая, да. А чтобы хлеб испечь, нужно еще немножко к этой муке добавить. Вот у Бетиса, боюсь, что кроме муки ничего и нет. 2-0. Да, похоже, что к 28-й минуте мы с вами становимся... А тут офсайд. А тут офсайд. Но сегодня помощники главного не успевают за событиями на поле. Не сказать, чтобы эти события уж очень быстро развиваются. Обычные атаки в обычном темпе. Левый ошибся, правый уже напорол.